Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня будем опять делать шашлык в духовке. Мужу моему до того понравился шашлык в духовке, что приходится мне, он не хочет никакого барбекю дожидаться. Сделай, говорит, опять шашлык в духовке. Но я решила, он у меня уже промаринованный, ну, вернее, не маринованный, а посыпанный всякими приправами. Но я решила все-таки улучшить его вкусовые качества. И поэтому я его замариную еще немножко. Вот я его просыплю луком. А теперь я залью его белым вином. Вот мне пришла в голову такая мысль, что шашлык замаринован в белом вине, это будет что-то. Так, буду его немножечко переворачивать. Часа на два я его оставлю. А еще я добавлю зру, такую немолотую, она натуральная. Потому что я добавляла молотую, она тоже очень хорошая, но вот такими семенами, мне кажется, она более еще дает какой-то особенный аромат. Ну, вот так оставляем на пару часиков. А потом смотрите, что будет дальше. Я уложила после того, как он хорошенечко промариновался. Значит, нижним слоем у меня картошка. И вот в такую форму я уложила. Такими средними кусочками я порезала картошку. И теперь поставлю запекаться в разогретую духовку. Где-то 180-190 градусов. Посмотрим. Где-то минут 40, наверное, будет запекаться. Шашлык простоял 40 минут. Смотрите, как он отлично зарумянился. Вот какой красивый. Но я его буду все-таки переворачивать сейчас. Хотя это очень сложно, но за палочки буду брать и переворачивать, чтобы не обжечься. Вот так я разложила шашлычок. Я его перевернула. Вот он с одной стороны очень сильно зарумянится. Теперь он будет румяниться с другой стороны. И он пустил столько сока, столько жира. Картошка буквально вот плавает в этом соке. А я хочу, чтобы она тоже у меня зарумянилась. В общем, аромат великолепный. Мне нравится. Поставлю еще готовиться на минут 15-20 и будет все готово. Как я и сказала, через 15 минут на высокой температуре шашлык отлично зарумянился. Теперь он с двух сторон у меня, в общем, со всех сторон у меня румяны. Картошка тоже готова. Такая вся сочная получилась с бульоном, можно сказать. Вот, все хорошо пропеклась. Ну вот, вот видите, и в духовке можно приготовить замечательный шашлык. Все заядлые шашлычники знают, что шашлык без лука – это не шашлык. Поэтому у меня вот такой лучок с уксусом, с солью. И обязательно я посыплю свой шашлык вот этим луком. Луком все посыплю. Вот, муж придет с работы, обрадуется. Он на работе, придется мне есть его пробовать одной. Ну, а картошку, друзья, я поставлю все-таки допекаться, дорумяниваться. Я все-таки люблю, чтобы у нее тоже была такая румяная корочка. Минут на 10-15 я поставлю ее еще. Я уже попробовала шашлык. В общем, что я хочу сказать. Шашлык, маринованный в вине. Ребята, это очень вкусно, оказывается. Я мариновала первый раз. В белом вине. Это настолько вкусно,
это просто что-то невероятное, совершенно другое дело. Поэтому я очень всем рекомендую попробовать. Ну вот теперь картошка дошла до нужной кондиции. Вот в таком виде она мне нравится гораздо больше. Ну, в принципе, вот и все. Прекрасный обед готов. Всем приятного аппетита, всем желаю здоровья и счастья. Подписывайтесь на мой канал.